Утро, друзья. Смотрите, что происходит. Окунь бьет. Просто нереально. Сейчас мы его будем ловить на поппер. Посмотрите. Просто малька гоняет. Ну, сейчас мы попробуем на поппер половить. Пока судачок не клюет, щучка тоже. Будем ловить окуня. Извиняюсь за съемку, снимаю сейчас на телефон, камера поломана, поэтому то, что будет поймано, я включусь, покажу. Ну что, друзья, вот такие вот окушата у нас ловятся на поппер. Тут выходит стайка вот здесь, вот где этот остров, и лупит малька. Ну, мы ловим, уже штук 15 поймал, такой приличный окунь. Нормально. Поппер Юзури маленький. Ну, продолжаем. Друзья, практически на каждом забросе мне окунь. Просто неудобно снимать одной рукой. Сейчас я покажу вам. Вот. Я уже стараюсь мелких отпускать. Ну, вот таких вот берем на сковородку, на таранку. Выход окуня сегодня хороший. Продолжаем. Ну что, пока клев окуня прекратился. Но я поймал уже нормально. Штучек, я не знаю, 20-25. И попадаются хорошие экземпляры. Может, из-за того, что сейчас стало пасмурно, солнышко спряталось и прекратился клев окуня. Но пока покидаем спиннинг на судачка, на щучку, может, что-то повезет. Там посмотрим. Сейчас хорошо на воде, лодок практически нет. Имеется в виду катеров, мотоциклов водных. Они ближе к обеду начнут опять ездить. Летать тут. Но мы пока будем ловить окуня, то окуня попозже, сейчас он перестал клевать, попробуем покидать на щучку и судачка. Вот здесь вот ямка хорошая, 7 метров, а там посмотрим. Пасмурно стало, очень бы хотелось поймать еще или судачка, или щучку хорошую. Повезет, значит, повезет. Ну что, наловил я окушков. Не знаю сколько, там в садке очень много. Уже рука болит, надоело бросать. Поппер ловил еще на маленький силикончик. Не знаю, какой-то китайский, вот он. Сейчас поплыву, попробую, может, щучка проклюнется. Попробуем железо, силикон, там посмотрим. Ну что, вот подошла к концу это моя рыбалка. Лодку уже загрузил, сейчас вам покажу свой улов. Поймал я одну щучку и немножко окуней. Начались на катерах гонки. Сегодня праздник, день десантника. ВДВ, поздравляю вас с праздничком. Так, сейчас вот мой кукан. Вот моя щучка. И окуни. Я еще столько не ловил. Я не знаю, сколько здесь. Но очень много. На засолку. Сделаем таранку.
уху сегодня сварим. Все, друзья, всем огромное спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, как у вас обстоят дела с уловом. Всем до новых встреч. А я поехал домой. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи.